ее... Какая... Какая ошибка? Осталось пробег скрутить и продавать за фулл прайс на Авито. Нет! Как вообще это могло произойти? Ладно, здорово, чат, всем привет. Про что игра-то? Ребята, игра это буквально... Короче, я вам поставлю сейчас на фон трейлер, пока я буду тут это донаты еще дочитывать, чтобы вы смотрели. Ну, без звука, а то меня он перебивать будет. Короче, это аномалии всякие, плюс My Summer Car, плюс вы Райан Гослинг, плюс вы можете, типа, прокачивать машину, менять там просто все вокруг, и это, типа, такая постапокалипсическая зона, и там, типа, все что угодно, всякое непонятное говно и так далее. И, короче, вы должны выжить там в машине своей крутой. Вот, видите, ее там можно кастомизировать. Ну, вообще жесть, кстати. Все, погнали, чат, все. Мы больше не ждем ни секунды. Вы готовы? Вы готовы, дети? Вы готовы? Вы готовы? Раздрайв, спасибо, будешь прыгать машинки на подсвиста, вероятно. Окей. Претерис Ридн. Кеплер. Травелинг. Нифига курсор огромный. Pacific Drive. О, мне так нравится стилистика вот таких открыточек. Смотрите, звук есть. О, игра по дефолту Borderless! Ууу, как хорошо, так приятно. Ууу, вы даже себе не представляете. Стабильные кинематографические 24 кадра присутствуют. Я не знаю, но я вот сейчас подергал настройки, у меня как будто VSync включен. Не знаю. Или наоборот выключен, я хз, как это в играх работает нормальных, которые не являются Майнкрафтом. Русский! Мне все выставило на максимум. Это что-то я не верю, что у меня выйдет. Там в рекомендованных 30-70, по-моему. А у меня 16-60. Он взорвется? Ну пофиг, новый купим, погнали. Pacific Drive. Окей, это, я так понимаю, сейвы просто. Да, новая игра. Хотите изменить настройки, прежде чем начать игру? Настройки можно изменить в любое время. Не, я хочу, наверное, на дефолтах проходить. Привет, Тим Джейл. Что-то громко пока что. Привет, собака. Привет, Артем Воронин. Всем привет. Ты играл в Sea of Thieves? Играл. Геноцид Драйв. Концовка пацифиста мне не нравится. У меня на 260 все хорошо на максималках. В 1947 году на территории Олимпийского полуострова началось испытание новой многообещающей технологии. Совсем скоро по Америке гуляли слухи о невероятных открытиях, а вместе с ними истории про экстренные эвакуации, таинственные исчезновения и необъяснимые явления. В 1955 году правительство решило оградить часть полуострова стеной и установить олимпийскую зону отчуждения. На протяжении 30 лет границы зоны расширялись, пока правительство наконец не закрыло все пункты пропуска. Спасибо большое, Байгунхед, за 18 месяцев. Спасибо тебе огромное за поддержку. Спасибо, Рецап. Привет, здравствуй. Радужная шляпа, смайлы, доступ, рискор, саба, возможно, ставить треки на электро стримы с собой. Спасибо тебе большое, привет. Долго ждал стрима, на гостинга дождался. Широкая публика так никогда не узнала, что произошло с стенами. Игра будет обладать вайбами кужелевки. Блин, я об этом подумал, кстати, когда на постер смотрел. Очень похоже было. Очень похоже было. Нифига, графон. Но это кат-сцена, я пока что не могу вертеть камерой. Я по-английски ничего не понимаю. Олимпийский полуостров, 98 год. А! Блин, компы все-таки придется разниковать, секунду. У меня... беда. Да подождите! Почему машина катится? Фух, так, все, теперь все нормально. Ох, это дерево качается. Теперь все нормально. Я не умею играть в игры. С первым лицом. Вообще, абсолютно. Я не знаю, как управлять машиной от первого лица. Кино людей. Камушки. Блин, какая же красивая игра, обалдеть. Просто с первых секунд. Я надеюсь, я смогу на максималках играть без проблем. Просто жесть. Ну, знак, кстати, реально американский. Нам не врут разработчики игры. Действие происходит в Америке, ребята.
Это максималки, дворники. Окей. Надеюсь, дождь потянет. А, их можно включать и выключать. Я подумал, что надо будет нажимать каждый... О, дождь пошел, кстати, реально. Молодой человек, быстрее. Нейзум, спасибо большое за 14 месяцев, привет. Спасибо огромное за поддержку. Здрасте, здорово. Шляпа, смайлы, модчек. Ну ладно, не модчек, но все остальное с тобой. Спасибо огромное за рецепт, спасибо за поддержку. Привет. У меня айфов очень мало. Я как человек со 100-500 гонками в гонках. Ну, если мне не понравится, я поменяю. Спасибо, ребят! Не стыдно пересекать двойную сплошную. Так никого же нет. Я уже в зоне, я так понимаю. Как же я трясусь. Ух ты, тоннель. Вообще фары, да, будут учить включать. Блин, я не запомню все эти кнопки. Их слишком много. Я надеюсь, к этим всем функциям есть доступ, типа, из салона, чтобы можно было просто мышкой навестись на варнинг. А что там за варнинг? Ну-ка, я хочу почитать. О, да, можно, йоу! Я геймдизайнер этой игры, посмотрите, как я придумал, круто. Если я забуду бинды, можно через саунд сделать. Высокие R-уровни, facility. Очень внимательно быть вам рекомендуем. Дальше требуется... Что-то там, грязь какая-то. Рубрика «Субботняя». По преданию виду. Погода, неделя в 17. Ты разве невозможно выспаться в выходную? Тогда почему ты такой невероятный? Невероятный. Оу, я понял, жесть. Спасибо большое, индивидуум. Спасибо за донат. Господи, стоп, еще один знак. Мы прочтем все знаки. Спасибо тебе огромное за поддержку. Это, я понял этот подкат, он смешной, он уморительный. Restrict area, короче, ехать нельзя, запрещено. Опять warning, это я читал. Страшно, радио не ловит. Мне вспомнилось начало видоса Утопии. С той пастой про, кажется, началось. Привет, Тасика. Иконы на приборную панель вы прикрепили? Блин, если тут будет, кстати... Каутион! Если тут будут иконы, и можно будет кастомизировать салон, я это сделаю. Ребята, у вас warning sign не прогрузился, нифига, я не вижу, что там написано. Нет, ничего, с чего бы вдруг. Должен знать все знаки наизусть. Подкат — это когда по земле жопой скользишь. Ну, такое тоже бывает. С таким же успехом уже произвел фит на каждую надпись, что я уже все читал. Нет, ну там буквально тот же самый знак с тем же текстом, что я уже смотрел. Тут что-то странное происходит, мне кажется. Какие-то огоньки красные. Мне это не нравится. И еще какой-то дымок. Дымок. Но красиво. У меня... Опс! Твоя видеокарта не успевает текстуру грузить. Пути. Я тебе уже ответила, Сверхсокол. Хватит мне советовать, я разберусь с Фовом сам. Олимпийская зона отчуждения. Идти. I guess это найти транспорт, бег. Шина.
Она пинается! Класс. Окей. Да, мне говорили инфер. Жижа. Пенисы тут пинать можно? Попробуй. Внимание! Или как это? Осторожно? Я не помню. Пригнуться. То есть красивенько. Если будет знак стоп, ты остановишься. Я остановлюсь определенно. Да он понятия не имеет, как водить. На руле нет рук, совсем не смотрит на дорогу. Пинок. УТФМ. Ха, какой же крутой. Едва может видеть знаки вдалеке. Меня слышит кто-нибудь? Я готов поклясться, что... неважно. Фрэнсис, радар барахлит опять. Сколько еще ждать, пока ты настроишь эту рухлядь? Установить колесо. Зря я пнул то колесо вначале, да? Может, оно сзади? Блин, все так рябит неприятно. Как я... О, вот колесо. Поднять. Установить. Летняя шина. Хорошо. Сесть в автомобиль. Завести двигатель. Угу. Добраться до укрытия. А. Сигнал вернулся. This is Tobias Barlow and Francis Cook, located in mid-zone sector B. Do you read me? I'm picking up your distress signal in the outer zone. It looks like you're somewhere around sector E. Hey, Francis, come here. Yes, it's urgent. Leave that interferometer alone for a second. Something is out there. Почему я не еду? Hey, we got a live one. Hey, do you copy? Почему я не еду? Hello? Hello? Ты обречен к тайной механике? Так я завел машину в рофлите. Что? Если мы не поможем, тенденция сохранится. Меня слышно, ты в большой опасности. Когда нестабильность сомкнется, тебя перемелет быстрее, чем кусок говядины в мясорубке. Ближайшее убежище в паре миль к востоку. Советую поспешить туда. Я бы знал, где восток. Как же красиво. Все, обучение кончилось? Это уже не обучение? Это вот тут должно лагать? Просто у меня все не лагает пока что. Вроде бы. Обучение, все, окей, понял, ладно. Что стоим? Откачать топливо. Ой! А тут есть механика, типа сосания и шла. Я это зря сделал. Тут есть механика. Да, братан, стой! Тут есть механика сосания топлива из шланга. Поискать канистру в багажнике. Мне кажется, здесь нет канистры. Может, они про тот багажник? Молодой человек, быстрее! Рокс! Хокс! Так, а где? Я не понимаю. Ну, отсюда отсасывать бензин. Это понятно. Ты показал механику сосания сейчас. Оу.
него есть специальная сосалка, нифига себе. Вот это американцы живут, конечно. А еще. Все, найс. Заполнить бак. О, что у меня за номера? Мелик ХТ, Вашингтон. А, ну это брошенная тачка, которая как раз-таки... Да, я же ее нашел. Ну, американцы, и в Сосании преуспели. Да. Ехать на восток в поисках укрытия. А я залил все, что ли? Быстрее, быстрее, быстрее! Едь давай! Едь! Вперед, а не назад! Ребята, мы умрем. Почему обучение такое сложное? Я буквально... Опять тот самый сигнал. Это отголосок? А, да, вот у меня компас в натуре на этом, видите? Ну, полагаю, я еду на восток плюс-минус. Ну, сейчас еду на север, но там восток, я сейчас поверну. Все получится. Это еще и машина? Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это я задрифтил. Я что, застрял? Нет, минутку, так не может быть. Нет! Как вообще это могло произойти? Что мне делать? Пинай ее на F? Что у меня... Странный... Но она не пинается, по-моему, ребят. Найс. Кстати, мы прийти просто будем. Найс. Найс. Ты. Оффи не звонок, если не любят, но даже злая в причинительной зоне. Окей. Я полагаю, мы просто ломаем это. Ведь мы миллионеры. А, тут открыто. Тем не менее... Это я доехал до убежища! Финкас, спасибо, кстати, большое за 18 месяцев. Так. Спасибо тебе за гараж Офи. И что, я просто машину на улице поставлю? Не-не-не, гараж — это когда можно заехать внутрь, надо найти въезд. Это не дело, подождите. Где-то должен быть прикол. Спасибо большое, Финкес. Да, у тебя радужная шляпа теперь есть. И... Ага, си. И смайлы, и доступ в Discord сабов, и возможность ставить треки, и все такое. Пока что мне не хватает музыки. Включить питание. Щелкнуть выключателем. Сложнейший из квестов. Атмосферненько, но у меня начала лагать игра. Кто здесь? В гараж кто-то проник? Никто не проник. Откуда ты это сказал? Рюкзак на столе. На базе всегда подлагивает. Типа графон не поможет? Сообщение для доктора Офелии Тернер. В ваш гараж по официальному поручению касательной зоны направляется вторженец. Official zone business. Now we have it on very good authority that this person is in possession of. Серьезно, Ваня, полагаешь, данный индивид обнаружил отголосок бронированной формы автомобиля и не упоминает отголосок, ей нет до этого дела. А, да, как я и сказал, суперофициальное поручение касательно зоны, согласно протоколу, вы обязаны помогать вторженцу, пока мы не организуем эвакуацию. Механическое око возле карты. Что такое карта? Ты
Бюро эту 300-метровую стену не просто так построило. Кек. Ты сейчас расходишь... У меня не загашена тачка, разве? Сейчас проверим. А как выключить машину, чуваки? А, выключить. Вот так вот. Что это такое? The barrier wall is as fortified against breaches trying to get in as it is against anyone or anything. Не пускает внутрь и наружу, придется найти тебе другой выход. We have to find you a way out. So you might as well start by fixing up. Начни с ремонта машины, постарайся не разбить гараж своими хлипкими ручонками. Ок. Принято. Что с FPS-ом на экране? Ребята, это пройдет. Я так понял. Где-то лежит гарнитура, встроенный датчик определит, что можно починить. Ух ты. Окей. А, вот карта. Боже мой, эта карта выглядит хуже, чем настенный ковер. Подправить здоровье машины на станции первой помощи. Это станция первой помощи. Починить автомобиль, затянуть автомобиль внутрь, установить колесо. Так, ну ладно, поехали. А я уже могу включить радио, а то я в тишине не хочу играть. Оно не горит у меня. Возможно, в этой машине в принципе нет радио, на базе есть музыкальный центр. А, я опять не сдвинул. Господи, боже мой. Как хорошо, что я не автолюбитель. Претовакус. Радио будет? Хорошо. Я не врезался! Так, подождите, ее надо вырубить. Ага. Ага. Музыкальный центр. О, это оно? Пойдет, 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 пойдет. Делаем громче. Тут вся музыка с АП. Насрать! Пофиг! Так. Колесо, колесо, колесо. Дилижанс, дилижанс. Где я найду колесо? Это оно мне колесо показывает, я так понимаю, да? Ага. Оно у меня в руке. Нарезчики. Нарезчики, я не виноват. Я покрышки несу. Так, заменить дверь автомобиля. Кустарная дверь, 0 из 1. Какую из дверей нам надо заменить? Они просто все выглядят ужасно. Я хз. Открыть интерфейс гарнитуры. Что это за кнопка? Что такое? Таб? Это таб, окей. Глаз, схемы. Боже мой, вот про это я говорил! И как в этом разобраться? Кустарная дверь. Окей, это крафтинг. Что-то типа того. Закрепить в списке. Что это такое? Окей, очень странно, ну, допустим. А дальше? Собрать предметы из списка в брошенной за гаражом машине. Боже, чат, это такая сложная игра, я не знаю... Че ты не открываешься? Поискать монтировку вещи инструмента. Я уже. Боже мой! Очередная победа интерфейса над Павугудом. Да вы видите, сколько квестов одновременно? Как я должен вообще это делать? Что это такое? Изолента. Так. Открыть инвентарь.
А это типа что у меня в руке или где-то что у меня в руке? Нет, это мой рюкзак. А вот руки. Куда делся? Я не понимаю. Крафтинг это как мьюнинг именно. Так, допустим. Есть какие-то осколки, сигнальный огонь, изолента. Поискать недостающий материал в куче мусора у гаража. Нашли... Да-да, я понял уже, спасибо. Ладно. Утилизатор. Сигнальный огонь. Снять колеса, панели и двери сброшенного автомобиля утилизатором. Йоу, я утилизирую! Вы только посмотрите, как я утилизирую, чат. Возможно, мне стоило это забрать вместо того, чтобы ломать, но тут написано снять утилизатором, так что полагаю, да. Я все это могу сломать, но у меня утилизатор как-то очень мало прочности имеет. Я надеюсь, я его не сломаю. Какими темпами? А музыка вообще играть будет, а? А, она играет, но ее не слышно, блин. Говно, все как в жизни. Настрой графику. Мне сказали, что я не вейлагает в этом месте, забейте. Поедем сейчас дальше, и там все будет. Ну, либо я поменяю настройки графики. Лист стали, нифига себе. Так, у меня остались какие-то 3 напиточка в списке дел, видите? Я не знаю, что это. Какие-то 3 добрых сока просто. За что это? Вот я только что их нашел. Металлолом. Пластмасса это. Пластмасса. Yeah. Все, мне хватает. Создать кустарную дверь в гараже. Генна. Окей, верстак. Кустарная дверь. Создать. Моя дверь у меня в руке. Я ее поставил. Найти ремонтную пасту в шкафчике. Окей. Запаска. Инвентарь менеджмент. Я ему покажу, кто тут умеет пользоваться инвентарем. Не помещается все равно. А, стоп. Вот так поместится. Йоу. Так. Достать ремонтную пасту. Руки. Починить автомобиль с помощью пасты. I guess вот это. Так забавно выглядит. Ремонтная паста. Хороши, чат, хороши. Блин, она быстро довольно кончается, конечно. Ну ладно. А, тут у меня даже нет панели, кек. То есть, кое-где мне нечего ремонтировать. Будто на машинку. Ну, блин. Ой, тут все еще плохо. Тебе бы только на машинке. Сатый. Бампера у меня тоже вообще нет. Пипек.
Просканировать спущенное колесо. А я нажал же C. Шина пробита. Набор герметиков. Отремонтировать спущенное колесо с набором герметиков или заменить спущенное колесо запаской шкафчика. Так, отремонтировать лучше, потому что запаска мне еще нужна. Но что такое набор герметиков? Что такое набор герметиков? Ёлки-палки. Попробуй искупаться в этой пасте. Думаешь, это исправит меня? Думаешь, это меня починит? Уже стал гослингом? Почти, на моем пути. Осталось пробег скрутить и продавать за фулл прайс на Авито. Заменить спущ... Так. Набор герметиков. Набор герметиков. Набор герметиков. Набор герметиков. Изолента, резина, осколки. Я могу его сделать. Лол, я могу... Я могу буквально его сделать. Только я бы сперва что-то сложил в этот самый, потому что... Что я сделал? Я пытаюсь понять, ладно. Набор герметиков. Это он у меня в руке или что? Да. Нифига. Мощно. Просканировать плохо закрепленное колесо. Боже мой, тут столько деталей, я не понимаю, как это играть. Набор механика. Ёлки-палки. Мне не хватает изоленты на набор механика. Где мы можем взять изоленту? Изолента, 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 изолента. Открыть инвентарь. А зачем мне открыть инвентарь? Как мне это поможет? У тебя есть в инвентаре? Не, ребят, если бы у меня было в инвентаре, оно бы отображалось. Мне кажется, вы не правы. Потому что я не вижу его. Оранжевый. А почему оно не реп... Эй, я хотел не так. Я хотел не так. Что за бред? Почему? Подготовка к зоне. Оборудовать автомобиль. О, мы сейчас добавим радио. Установить картонные коробки в багажнике. I guess. Установить ремесленный коврик в багажнике. Радио и так справа в машине. Ну, вроде его не было. Установить арк на пассажирском сиденье. Адаптивный резонансный конфигуратор. Для краткости, арк, подключи его к автомобилю. На пассажирском сиденье. Нифига. Это карта! Это карта! Это чудо не только станет тебя проводником, это твоя путеводная звезда, единственное, что способно вернуть тебя домой в сохранности. Отец, сын и святой дух в одном корпусе. Надеюсь, я достаточно наглядно передала его важность. Я собрал его лично. Если сходу не помрешь, потом расскажу, что он еще умеет. Ура! Найти схему шестерни возле входной двери. Схема шестерня. О, боже! Найти схему ударного молота. Странная анимация, ну ладно. Заполнить бак на бензоколонке. Бензобаллонке. Это вот это? А как тебя достать? Ага. Ого, а шланг бесконечный? Нет, не бесконечный. А где у меня... Угу. А почему музыка не играет, кстати?
все, полный баг, кайф. Возвращайся на место. Музыка где? Сделай погромче в самом приемнике. Я в самом приемнике максимум включил в первую же секунду. Почему-то она перестала играть. Пробный период окончен. Заполнить бак на бензоколонке. Блин, он серьезно не выдал мне... О боже, из-за того, что там 98%. Братан. Нажать на рычаг, чтобы зарядить аккумулятор. Посмотри на проекцию на стене, если все готово. Проекцию на стене. Нифига. Внимание! Обалдеть! Они перевели что-то в этой игре. Не может быть. А то все картинки все одинаковые и одинаковые. Составитель маршрута. Эта зона, все, что находится в его границах, больше не в состоянии сыграть первоначальную физическую форму. Другими словами, абсолютно все здесь постоянно меняет размер, форму, даже молекулярный состав. Одна миля леса может в одночасье стать 10 милями болота, и наоборот, и это происходит постоянно. Причина этому так называемая нестабильность. Она здесь повсюду, и когда на твоих глазах она сожрет целую гору, ты поймешь, что с ней лучше не связываться. Мы, короче, выживаем в карманах стабильности, ты стоишь в одном из карманов. Если надеешься выбраться из зоны, нужно собрать новую антенну, без нее ты не сможешь определять безопасные маршруты за пределами текущего положения. Для антенны нужны компоненты, так что придется тебе покататься по зоне. Выбирай маршрут, арк покажет, куда ехать. Окей. Прикольный стиль, но курсор, конечно, странно движется на этом экране. 3 часа! Мы говорим 3 реальных часа, типа, выбрать точку. А, блин, меня бесит, что в этой игре все клики надо зажимать и держать просто полчаса. Показать, скрыть легенду, неизвестно, низко, среднее, это что такое? Ну, короче, это выглядит как легкий путь в целом. Off you go. Как выйдешь из гаража, поверни налево и следуй по под какой-то там дороге. Назад. Назад. Что это за кнопка назад? Тап, что ли? Ага. Так. Сесть в автомобиль. Подождите. Подождите, 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 подождите. Буду, спасибо. Подождите. Давайте я все-таки поставлю настройки чуть-чуть поменьше. Я не думаю, что сильно мир умрет из-за этого. Это будет все еще высоко. Вроде бы ничего не изменилось. Но тут не вся текстура прогружена, потому что он не успел прогрузиться после того, как я настройки теребил. Так что нормально пройдет. Выехать на дорогу. Так, окей, поставить метку, создать легенду. В целом, пока все понятно. Состояние тачки здесь. Что это такое? А, это способности. Но у меня нет никаких способностей. Я ни на что не способен. Окей, радио сверху. Так, ну это что-то сонное играет. Не знаю. Заведешься, нет? Ты лютое долбилово ищешь? Да, я ищу лютое долбилово. То есть я не хочу оказаться таким. А его нет. Спасибо большое. Сейчас, секунду, я потише сделаю и отвечу. Спасибо большое за 2... Ой. Монка, котики.
Спасибо большое за $2 до сайта. Выживать в этой дыре, апгрейдить машину, спасаться от говна, кайфовать, вот так вот. Спасибо тебе огромное за донат и за поддержку. Так, это Fast Travel, что ли? Я не сам поеду? Я думал, я сам поеду. Смысл этой игры, если я не сам поеду? Реально? Реально? Это не так работает? Радиостанция, спальный район, сырая чаща. Карта слишком маленькая, какая зазумить? Нужна плазма тебе, мужик. В лесу много генераторов плазмы. Проще всего будет ориентироваться на электровышке. Те антенны, которые бьются током, когда близко к ним подъезжаешь. Рядом с ним всегда будут генераторы. Музыка в стиле роуд-муви. Нормально, пойдет. Главное, чтобы хоть что-то было. Арк за всю резину перегенератор плазмы где-то поблизости. А это не оно? Я никогда не видел плазмогенераторов, но это выглядит как плазмогенератор. Вот этот подойдет, только руками лезть не вздумай, нужен ударный молот, но его из воздуха тоже не собрать. Ударный молот. И где же я его найду? Окей, мне нужно... Ага, никто не придет за этими ресурсами никогда, не переживай, Павлгуд. Most of those structures won't even be there the next time the instability scrambles the area. So loot to your heart's content. Just хватай все, что хочешь, мужик, она мне говорит. Мусорное ведро. Ого! Look at you! Разъезжаешь по зоне самостоятельно, как же быстро они растут. Кажется, я набрал ресурсов для крафтинга. У тебя есть коробки в багажнике, там ты можешь хранить весь клан. Окей, спасибо. Шестерня? Написано, что она у меня есть. А, я могу... Окей. Только поел, буду смотреть твой стрим, еще больше мыслей. Жесть, приятного просмотра. Здорово, Мурклак, привет. Жги бензин. Так, я быстро заберу его, и мы поедем сразу же. Ну, я... Это... Что мне еще делать? Это не та штука, которая должна быть у меня в руке, я не знаю. Это не та штука, наверное. Ударный молот. Написано, что он у меня в руках. Ладно, давайте лишнее я выложу пока. Утилизатор пусть будет. Ремонтная паста, наверное, мне сейчас не нужна. Но он у меня в руках! Я не понимаю... Вот он. Упс. Хватай бесплатно. Надеюсь, я не уничтожил мир этим. Разбить генераторы плазмы, собрать материалы. Ну, я так понимаю, что других генераторов здесь нету, и надо ехать дальше. Че, в другом домике? Есть другой домик? А, там есть другой домик, действительно. Подождите-ка. Хочешь побольше узнать про отголоски, да?
Давай ты не будешь мешать, я пытаюсь спасти жизнь. Я выложил. That is not nearly enough time to get... 55 seconds and counting. Okay. The remnants, in short, they're old objects that do all sorts of weird things. Короче, отголоски это такие... Я не успел! Привет к человеку, и такая последняя жертва, это вы теперь неразлучны, так что привыкай. So get acquainted. Once the remnant is bound to someone, they become gradually more obsessed with it. Возможно, это просто было открытие без него. Until they go crazy and run off into the zone with it. No one has ever been able to resist its siren call. That fixation is probably worming its way into your brain as we speak. This is the first time we've ever got our hands on one. But we know all about the past remnants, and oh gosh, this one time it materialized as an old copper kettle, and the tea that came out of that thing, it was... And now I'm splitting the transmissions going. Я разделяю дефекты сигнала, я понятно. Anything critical to your immediate needs will broadcast directly and immediately to your radio and headset. Anything not Почему это валяется здесь? Инвентарь заполнен, господи, боже мой. And by low priority, I mean just about everything that comes out of Tobias's mouth. Листали. Эта игра сложнее, чем реальная жизнь. Все, поехали. Давай. Предфукзия. Это что такое? Я не знаю, хочу ли я останавливаться. Вот здесь мне точно нужно останавливаться. Да уж. Чё, не встал? Встал. Так, я даже его... Заключу. Минус кадры? Ну, по мелочи, да, есть. Так, ладно. Побежали! А как же это делать? Может быть, тебе безопаснее? Нет, не похоже. А, но она не работает больше. Так, все, я понял. Красиво. Очень красиво. Я подожду. С зажми на вышке. А как мне С поможет? Я не понимаю. А почему? Мне не помогло ничего. Использовать учебный предмет. А его надо... Боже, опять надо все зажимать. Меня так бесит это. Каждую кнопку. Запись в журнале? На вышке, не генераторе. Нет цели для сканирования. Электровышка, журнал открыть. У некоторых деталей устройств автомобиля есть способности, которые можно активировать. Вы можете выбрать до 4 способностей в левой части приборной панели. Отслеживать состояние автомобиля можно с помощью датчиков и огней на приборной панели, а также на других установленных в салоне устройствах. На центральной панели показаны исправности состояния каждой детали автомобиля. Сенсор радиации показывает, насколько безопасно покидать салон. Пассажирское сиденье занимает экран с картой, на которой отмечены ваше местоположение, точки интереса и зоны, занимающиеся структурой своего автомобиля, показателями топлива и заряда аккумулятора. Световые сигналы подскажут, если что-то пойдет не так. Оранжевый означает наличие проблемы, красное критическое состояние. Тормоз, ручной тормоз, топливо, топливо на исходе, лим, низкий заряд, состояние, низкая структурная целостность, обслуживание требуется к автору. Боже мой. Ладно. Записей, кстати, не так уж и много. В целом. Я пытаюсь найти с вышкой и не могу. О, нет. Это только в этом поле столько.
Личный полевой журнал Доктор А.Ф. Кинги, дата неизвестна. Linux User Experience. Мы продолжаем поиск источников энергии, способных выдерживать постоянно растущую флуктуацию местных условий. Оказалось бесполезной изнерии. Это и вынудило нас рассмотреть потенциальное применение заряженной и иномагничной плазмы. Собранные образцы в перспективе обладают весьма любыми кондуктивными и емкостными свойствами. Плазма является лучше топлива бензина. К тому же результаты исследований наших лим-специалистов позволяют надеяться, что нам скоро удастся сделать плазму такой же легкой в транспортировке. Работа далека до завершения. Не, мне кажется, дело даже не столько в интерфейсе, сколько в том, сколько всего вообще есть, за чем ты должен следить. Типа... Я эту вышку не ломал. А? Она кончилась, пипек. А я типа за софтлочен теперь? Ну то есть... У меня плазмы только 4 теперь. Еще он. Поедем искать, конечно. Громче! Почитал журнал, называется. Тут есть ДПС? Не знаю. Знак! Прямо по курсу! Бензин, оверлук, кемпинг. Не знаю, что такое оверлук. О, там еще одна стоит, реально. Везуха, везуха, везуха. Сейчас будет полицейский разворот! Без разворота, правда. И без полиции, но тем не менее. Ой. Камушки. Чё, ребят, летаем? Выбоина! Я вроде сканировал, кстати, штуку. Почему у меня буква С там висит? Странно. Подпольные радиостанции, там наверняка много деталей для антенны. Ориентируйся на холм с радиоантенной. Окей. Короче, на мой взгляд, в игре в целом дофига всего. Дело даже не в интерфейсе, а вот чисто в том, что вот... Ну вот есть такое огромное количество всего, с чем ты мог бы повзаимодействовать. Вот и все. Я, кстати, ни черта не вижу. Надеюсь, в игре есть фонарик или что-то. Но в целом мне она тебе нравится, мне стилистически, да, визуально вот это все, но... Сложно пока что, сложно. Это прям выглядит как игра, в которую надо погружаться, ну, типа, часов на 100, чтобы вообще шарить. Так, во-первых, вот так. Заперто. Починить монтировка! О, да! Я люблю чинить монтировкой разные вещи. То, что надо. Тебе заранее стоит зарядить пушку и ударить сразу, когда подходишь. А разве она так работает? А где моя сосиска? Найти радиостанции. Собрать материалы и собрать... А, окей, вот моя машина, все нормально. Нифига, футболочки. Так, что это такое? Подожди, куда пропала моя... Она сломалась, что ли? Эй, а куда делся этот... О, вон. Я хочу понять, что это. Эй, йоу. Она меня всасывает, чат!
Тихо, я понял. Она же была добренькой. Она меня не трогала вначале. И как быть с тобой? Это игра про гонки или хоррор? Не знаю. Пока что все сразу как будто бы. Блин, этих всех ребят надо бы разобрать на металлолом. И его тоже. Давайте попробуем. Это злой комочек? Это действительно злой комочек. Очень злой комочек. Ага. Как же много материалов. Блин, я надеюсь, я смогу скрафтить... Кстати, тупой вопрос... О, да, окей, тупой вопрос отменяется. Все, будем... Рубить все. Интересно, я могу сделать какую-нибудь супер пушку. Братан вроде не палит, что я ломаю тут все. Вроде ему пофиг. ППЛ будет? Ну, сегодня нет. Ой, это не рубится, кстати, я дурак. А я могу просто украсть эту штуку, а не ломать ее? Наверное, нет. Смотри, чтобы братан не спалил твою тачку. Не, он нормальный, мы с ним в хороших отношениях. Все получится. О, тут есть бензин. Нормально, неплохо. Жесть, в канистре мало помещается. Но мы можем, кстати, залить тачку. А потом вылить еще в канистру. Блин, рядом. Но он не пойдет на меня явно. Да, он добренький. Естественно, в хороших отношениях он тебя пососал. Факты. Колесо. Ну, колесо я не заберу, да и у меня есть запас, в принципе. Окей. Рухлить! Твое слово. Как же я лутаюсь на этой штуке. Ну, вроде бы все по кайфу здесь. Молодой человек, быстрее. Тоже не могу вырубить. Здравствуйте. Только сломать. Что такое значок, текущий проводник, кайповозка? Я словно свалился и не знаю. Грустный смайл. Спасибо большое за сотку, Ласт. Спасибо за донат. Девушка, это значит, что на одном из кайповозов ты задонатил больше всех по какому-то параметру. Может быть, ты там... Больше сабок, больше всех сабок закинул, может быть еще что-то. О, у меня сломалась моя крафтилка. Не крафтилка, вы поняли. Как она называлась? Монтировка мне нужна новая, во-первых. Во-вторых, мне нужен утилизатор. Окей, отлично, они в инвентаре. Короче, да, Ласт, не парься, это нормально. Я ничего не закидывал. Ну ты ресабался, может быть? В этот момент просто, и за счет этого оно засчиталось. Такое может быть... Ой. Погодите, чего? Тут был багажник все это время. Пожалуй, мне надо посмотреть, тут багажник тогда. Тут пусто. Какой-то страшный звук. Так, ну тут отсасывать нечего. Вот это опасная тачка, тут этот чел рядом. Что, мы не открываемся? Ладно. Уже потерял пацифистическую девственность, да тут некого вроде пока пацифистить.
Мне кажется, тебе сейчас идут люлей. Я думаю, мне бы сказали, если бы была какая-то штука близко, типа аномалия или что-то. Пацифистинг! Да, классное слово. Меня немного пугает красная анимация, которая появляется, когда дверь почти доломана. Я не знаю, почему она меня раздражает, просто... Как будто бы я, типа, не должен ломать эту дверь, и она говорит мне, что ты делаешь, Павукут, остановись, не надо. Понимаете, я напрягаюсь в этот момент. Это будет дофига всяких приколов вокруг. Ну, я верю. Я верю. Как же у меня дофига всего. Окей, последний вопрос. Я могу крафтить бампер здесь? Да ну. А нафига мне еще гараж тогда, ну ладно. Окей. Тачка на прокачку, ребята, пошла. Смотрите на это. Тут как-то должно приделываться. Нет? Блин, я дурак, я сделал панель, а это не панель мне нужна, это мне нужна дверь. Ладно, будет запасная дверь. О боже, она занимает немного-много места, но мы справимся. Я что-нибудь придумаю. Да, это был бампер от Toyota только что. Тебе панель тоже нужна. О, да, в натуре, спасибо. Да-да-да-да-да-да, вы правы. Куда-нибудь сюда или где-то еще надо? У меня вообще дофига где нету. Ну, не дешево, в принципе, крафтится нормально. Дверь. Я две двери сделал случайно. Или нет? Казалось. Йоу! Какой же я крутой. Кайф. Ну, все, поехали дальше. Да, блядь. Ну хоть что-то чуть-чуть активнее, ну. О! Глаза на горизонт, радиостанция на холме. Что за звук? Так, я, наверное, я не знаю, мне ворвать еще плазму или нет? Как думаете? Когда будет известно до окончания сезона? Не знаю. Играй сейчас, пока... Есть во что играть. Да, воруй. Блин, я чувствую, что меня убьет, конечно. Но у меня аптечка еще есть в целом. Не, ребят, зарядка не работает заранее, как вы рекомендовали. Так не прокатит. Все, побежал. Йоньк. Ну ладно, все, побежали. Может взять фов больше? Да что ж вам этот фов так, ребята? Ну, нормальный фов. Умирать в этой игре не страшно, если что, просто потом хочется ее удалить. Но это мелочи. Только так с любой игрой же. Ой, пусти меня. Ни тут, ни сюда. Я прилетаю, минут 20 собирал посмотреть, что-то происходило. Мы лутали лут, если вкратце. Пока все круто. Едем на станцию, чтобы украсть там компоненты для... Так, стоп, это что, люди, что ли? Турист. Какие-то эти... Как они называют? Йоу! Я не знал! Ладно. Как хилиться? Я как-то хилился. Использовать удерживайте. Удерживайте что? Удерживайте что? Какая... Какая ошибка? Так,
Даже мне я нажимаю V, у меня на V экипируется почему-то вообще не то. Не то, что надо. Я просто головой остановил багажник от открывания. Как удерживаешь, сынок? Да постоянные удерживания в этой игре. Это просто полная жесть. Биг Дэн! Давайте посмотрим, что у Большого Дэна происходит. Скину вообще все, что можно, и журнал, читаю в журнале все. Да, я сканирую, но пока просто не все читаю. Я буду читать, честно, верьте мне. Я обещаю. Да тут дофига бензина, тут бензин просто как вода. Можешь ставить головой багажник, даже когда его закрываешь. Нифига. Жестко. Где добрый кола, пожалуйста? Добрый кола, где? Чупа-чупсы там, я не знаю. Зачем этот магазин существует? Смысл читать сразу, чтобы понимать, что есть что, а никогда это уже будет не надо. Окей. А что вы делаете в моем холодильнике? Инвентарь заполнен. В смысле заполнен? Это что? У меня куча места, чел, ты рофлишь? Ну ща я дойду до безопасного места и там почитаю. У меня просто так сдох этот. Я сидел и читал журнал, и у меня сдохла вышка одна. Вообще зря остановился вообще. Просто ни о чем. Добрый колы.